почти школьники. Принято считать, что конец весны и начало лета – время экзаменов, последних звонков и громких выпускных. Последние два мероприятия всегда проходят трогательно, а если речь идет о детском саде, то еще и очень мило. Именно такой выпускной получился в 182-м детском саду. Для всего детского сада большой праздник, потому что, ну, прежде всего мы подводим определенный итог работы, мы смотрим, как работает весь наш педагогический коллектив, какие детишки выпускаются в школу, как они подготовлены. И в целом хочу сказать, что дети подготовлены в этом году очень хорошо. Идут все практически в школу повышенного статуса. По традиции танцы, песни, трогательные стихи и веселые постановки. А воспитатели показали маленьким выпускникам настоящее театрализованное представление. Целая история с минимумом декораций и полным погружением в сказку. Это я, что ли, разгильдяй? Никакой не разгильдяй. Ну а кто же ты тогда? Ну не видите, что ли, я ж Вовка, Вовка Морковкин. И я отправляюсь в 39-е царство. Родителей на выпускной собралось едва ли не в три раза больше, чем самих детей. Все с трудом уместились на зрительных местах. Своих чад хотели увидеть все – и папы с мамами, и бабушки с дедушками. Мне кажется, каждый родитель может найти, должен найти время, чтобы прийти на выпускной, вот, потому что, ну, это первый такой важный этап в жизни каждого ребенка. Начнется новая жизнь 1 сентября. К школе, несомненно, мы готовимся, ну, как и все, наверное, родители и дети первоклашек, вот. Поэтому, ну, собрались, пришли, отпросились с работы. Из дошкольных учреждений в этом году выпускаются более 4000 малышей. Уже в сентябре всем им предстоит стать первоклассниками. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.